think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Особенно вчерашним стримчанским. Так, сегодня у нас обзорчик утренней акции. Честно скажу, думал, что-то будет интересное, но как обычно, на русском смотрю, ничего нету. Зашел, забежал. О, ну не, ну это все, это бомба-пушка, призрачный всадник, ребята, с бесплатки. Ну, он у меня уже здесь есть. Такс. Ничего себе. За 5 паков можно собрать нового героя, который того не стоит. Все как всегда, пакет накопления донатный. Понятно, супер набор. Набор одного самоцвета, супер набор. Короче, ни хрена никакой халявы нет. Найм редких героев, базар. Короче, ни хрена толком нет. Так, зайду, хоть островок заберу. Авиар, собери сам. Ну, интересно, что-то хоть поменяли или нет. Все то же самое. Фонтан. Ну, единственное, что вот здесь хорошо на русском сервере, это фонтан. И то, если у тебя есть монетки. На немке у меня монетки есть, а здесь, к сожалению, их нету. Так, окей, поехали дальше. Поехали на немецкий сервер. Так, что у нас сегодня за вход? Вот чем мне нравится немка, тут дофига акций. Эмблем, блин, я надеюсь, у нас наконец-таки появится здесь хоть когда-то. Так, второго левела у меня еще нет, тут надо задание выполнять. Ремка восьмая, блин, мне так ремок не хватает. Сегодня что у нас, четверг уже? Значит, сегодня битва гильдии. Так, пиратик. Пират на немке тоже классно. Я самоцветы все равно пока все сливаю в... базар. Так, ну бард. Отлично. Мне просто нравится этот сервак. Вчера дофига плюху вытащил. Так, все, закончился здесь. Халява закончилась. У нас тут... Ну, за 300 самок, конечно, пак никакой, но вот этот по 1100 это пушка. Такс. Короче, больше нифига интересного нету. Поехали, откроем эмблемы. Это самое, наверное, долгожданное. Фрея и Ремка. Железка, психощит и гнев. Не знаю. Не судьба мне пока здесь ремку увидеть. Ну, хотя бы воодушки, конечно, есть. Но восьмой психощит на халяву тоже классно. Правда, он на сегодня не настолько актуален, как это был даже пятый. Но все равно это халява. Так, ладненько. Здесь все получили. Поехали дальше. Я еще чекну. Через 2 часа, ну, в 10 обновится, может, еще разок зайдем. Поехали на английский, посмотрим. Что там нам за халяву сегодня предложили? Ой, спать охота еще, блядь. Этими ночными ордерами. Такс. Понятно, все. Все понятно, тут тоже ничего интересного нету. Шопинг спри.
Хотя есть сотрю хватайка. Поехали посмотрим. Вот такая вот хватайка за 40-80 осколков божества. Но самый кайф — это 30 жетонов вытащить. Блин, 15. Я в прошлый раз тоже, кстати, 15 вытащил. Но даже 15 жетонов реально круто. Без донат может зайти и забрать хотя бы по 30 сундуков и книги. Но мне, конечно, сундуки не нужны. Я заберу агенты. Все будут. Так, еще у нас в баллончиках. Через 3 часа. Пока недоступно. Вот смотрите. Альфа матч, сколько ребят повытаскивали карточки. Нормально. Причем, блин, реально дешево все. Кстати, на русском так я смотрю не запустили. Смотрите, альфа матч. Нормально. Но у меня через 3 часа будет аж следующая попытка. Такс. Лаки флиппинг, смеш энд вин, ничего нету. Хрусталка. Ни о чем. Пиратище. Тоже не поменяли. Так, билд и пак. Интересно, когда они его опять поменяют. Пока только один раз поменяли, больше ничего не добавляли такого интересного. Хотя, смотрите, 10-й раскол. Вообще отлично. Тут меняет, конечно, хотелось бы, чтобы скины подобавляли. Фортунка. Тоже такая же, как и на русском сервере. Но не такая, как на немке. Нифига себе, смотрите, сегодня прям все акции активировали. Прикольно. Ну, в общем, зайдем сюда. Через 4 часа, если не завтыкаю, через 3 забрать. Да, где-то в 11-12 часов посмотреть. Может, нам повезет. Смотрю, многие альфа-самцов повытаскивали. Дала бонуса. Тоже ничего нету на русском. Сейчас чекнем, что там поменяли, не поменяли. Так, русский. Битва замков. Новую локацию так и на других, я смотрю, не запускают для регистрации. Очень странно. На русском вроде мы не пропустили. Ну, все как обычно. Я ничему не удивляюсь. Это нормальное явление для русского сервера. Так, что у меня? На немке мы были. Че я на немку полез? Хрен его знает. Поехали еще Тайвань чекнем. Надо на свой аккаунт перейти. А то отжал аккаунт у бати. Так, ну тут все как обычно. Огник за найм. По акциям ничего нового тоже нету. То же самое. Интересно, что там новые локации. Побежали, забежим. Классно то, что плюшки можно еще забирать. Причем они даются, я так понял, что каждый день мы забирали когда-то позавчера, по-моему. Вот. Опять. Довольно-таки неплохо. Так, идем в саму локацию, зайдем, посмотрим, что там еще. Поменялось, может, что-то. Ну, она сырая, она вялая, она сделана через жопу. Вот это вот не видно твоих клеток. Это, конечно, вообще трэш.
Называется «Попробуй угадай». Ну, то есть, таким вот образом надо добраться до центральной башни, но не знаю. Может, на других серваках, где активность побольше, будут и бегать, но, честно скажу, срань полная. Лучше бы они вообще ее не запускали. Все, ребят, пишите комменты, ставьте лайки. Ой, я и пойду кофеек сделаю. И, возможно, сегодня для вас отсниму еще часть контентика интересного. Всем удачи, всем пока.